Председатель областной избирательной комиссии Сергалей Айдапкелов провел торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. В рамках мероприятия он выразил благодарность и признательность женщинам за их вклад в проведение выборов. Международный женский день является одним из главных значимых праздников, отмечаемых во всем мире. Этот день призван подчеркнуть значимость роли женщины в обществе и ее вклад в развитие страны. В Жамбылской области, как и во всей республике, женщины играют значительную роль в различных сферах жизни, таких как образование, наука, медицина, культура и искусство. В период проведения выборов женщины становятся членами избирательных комиссий на участках для голосования. Женщины входят в составы комиссии всех уровней. Они составляют 64% от общего числа членов комиссии. Поэтому разрешите сердечно поздравить вас, милые женщины, с Международным женским днем и отметить ваш вклад в подготовку и проведение выборов, олицетворяющих проявление демократии в стране и регионе. В рамках мероприятия были отмечены заслуги женщин, многие годы проработавших в области образования, науки, а также тех, кто внес значительный вклад в развитие региона. Я хочу выразить благодарность председателю областной избирательной комиссии Айдапкелову. Он в преддверии празднования Международного женского дня 8 марта нас членов избирательных комиссий пригласил, выразил внимание, поздравил с этим праздником милых дам, мам, сестер. И за это я, конечно, тоже хочу выразить благодарность. Сергалей Айдапкелов подчеркнул, что женщины являются не только опорой семьи, но и активными участниками общественной жизни. Они успешно сочетают профессиональные обязанности с семейными заботами, демонстрируя при этом высокие моральные качества и целеустремленность. Риналь Рахматуллин, Галамжан Исенбаев, Айкын Акпарат.